Как говорит Монород, cool story. Пати торт, да? Торту. Шумон или торт. Правильно говорить торту. Правильно говорить ягоды по линии. Человек устанавливает правильно. А что делает человек и человеком? Соблюдение правил, правильно? Нет. Ты что, философ? Что ты взял? Ну почему соблюдение правил? Почему именно правила делают? Соблюдение, ну, правил. Потому что понятие добра и зла, хорошего, плохого, это не достояние одного индивидуума, это достояние общества, его культуры. А где правила почитать можно? В Библии. В Дискорде. В Библии? А если не знаешь, что такое Библия? В Дискорде читай правила, там написано. Сходи в церковь, тебе расскажут. А если с копьями будет встречать возле церкви? Либо в школу. Есть, короче, школа, есть церковь, можешь и там, и там. Любого про товары спросить. А какая школа? Обычная школа или нет? Ну, конечно. ЕГЭ-экран-то там же тебе делают. Информационная, голографическая, которая будет отражать то, что вокруг тебя происходит. Формирование твоего мировоззрения и так далее. То есть, как там по Ницше, суть школы? Что, когда целый все забыл... Целый час потратили. Он, Леха, правильно говорит. Сколько прошло раз? 3 часа сидели? Угу. Ну, сегодня час. Уже прогресс. Уже идет. Лучше. Могли с первых пулов убивать. Два вайпа было. Если бы все проснулись и вспомнили, что им надо делать, били с первого. Что-то нас еще меньше стало. Жена там собрала всех или нет? Моса нету. Ну у него КД с ДВ. А что, что шаман у него доступ есть? Молдазар. Похилил бы шамана, не лишним было. Хотя он не уставлен. Ну что там, сколько минус? 2. Минус 2. Так кто там не... Мосса? Кто еще? Я одного основного... 24 же убивали. А не 25. Там Йена зашел еще. Он что-то зашел и вышел. Он зашел, посмотрел, что мы убили, и вышел, походу. Напиши, пускай на Джайну идет. Похилит. А сегодня будет такое, свою метку сзади метки и уже вытаскивать будете, нет? Главное, чтобы не метка в метку. Не, может и метка в метку. В прошлый раз 3 из 3 меток прям в метку оставили. В прошлый раз меня не было в рейде, начнем с этого. Никто даже метки не проанонсил, нихуя вообще. Некоторые даже под боссы нахуй оставляли. Кстати, посмотрел видео, нет? Там видео, по-моему, просил. Так, короче. Жена... Кирс, расслабляй метки. Сейчас будем назначать людей.
Так, о, блядь, пати РДД. Вообще замечательно. Столько локов, столько, блядь, сетцев. ССов, блядь, БРы. Жизнь в сказках. Так, дальше. Народ-то сюда. Музыка. Ну. Так, лору-то сюда. Да. Не хватает еще одного хила, в принципе, и все. Я не скажу, чтобы зашел. Так. Даю проверку на присутствие, чтобы сразу распределять метки. Так, короче, Мозер, Ромбик, Библ, Звездочка. Дальше мы народ. Печенька, Коника, Трусы. Войд, Ромбик. Дальше Редвар, Трусы. Трусы. Прости, Звездочка. Неликс. Печенька. А может поменяться не в печеньку, а то там. Нельзя. Нанкил. Звездочка. Я не просто так расставляю, я ставлю для дебафов, для бафов, блять. И для гимнов, если что. Так, дальше. Так, на ком на Анкиле остановился? Анкил Звездочка. Дальше. Черн-тролль. Ромбик. Козом. Печенька. Сантей. Ромбик. Делорус. Трусы. Гриб. Звездочка. Хилы. Матиола. Трусы. Полина. Звездочка. Кирс. Кирс. Ромбик. Сила бездны. Йена. Если что, печенька. Не, Йена не поставлю. Матиола в печеньку. Вместе с силой бездны будете оттуда хилить. Я на трусы, я на больше как соло. Кого еще не поставил? Кислород где стоит? Кислород станешь в ромбик. По танкам. Танки. Алоэ стоишь в звездочке. Закрываешь метеоры с этой стороны. Мишаня стоишь в трусах. Закрываешь метеоры с той стороны. Не, не в трусах, в печеньке стоит. Будешь закрывать тот метеор. Кого еще? Жнуэна? Жнуэн, станешь звездочке. Все? Больше вопросов нету, даю проверку. Сейчас каски разбавлю. На первой фазе. ДК-шка Алоэ, танчишь босса? Не, не босса. Мишаня Брахма, танчишь босса, просто стоишь на боссе, набираешь агро, зеленку дашь, незыблемость, короче, ну там ничего сложного. Алоэ танчишь больших адов, которые я будут появляться. Я не умею. Ничего там уметь, появился большой ад, забрал на себя и танчишь. А где держать? Я всего один трой был в прошлый раз. Под боссом держишь. Больше ничего знать не надо. Алоэ, смотри, сюда. Вот Бартма будет стоять. Вот тут вот. Ты встаешь вот сюда и просто забираешь больших адов. Некоторых из них пианист от тебя будет забирать. Все. Танчишь здесь вот больших мобов, которые по боссу будут появляться. И все. Больше ничего не делаешь. Хорошо. Так, дальше. По ССам. По ССам. Короче. Сразу СС раздаем. Первый. Матиола. Казум отдает Черн-тролль по себе, Сантей по Баркме, Делорус по Алоэ, Гриб по себе. На Матиолу кинул кто-то уже. Казум, ну, по Алоэ дай. Так, дальше даю касочки. Кому каски не хватает? Всем дал? Не может того пропустить. Шамана нет вроде.
На куполе напоминаю, фир не ловим. На метеоры бегаем, блять. Дебафы выносим. Кого сразу пишется, на ком дебафы? Кто видит, на ком дебафы есть? ДБМ у кого стоит, который анонсит дебаф, на ком они есть? Кислый ПМ. Дебаф. Которые служи славливаешь, да? Нет, которые вешаются, их надо вынести. А, у меня есть. Ну, у меня есть. Вот. Войд, поносишь, короче, этот дебаф на ком. Если вдруг кто-то будет волоёбить, проносишь. Смотри за этим, можешь даже босса не бить. Пианист. Что? У тебя лент тут первый раз. Ну, поздравляю, пускай бьет трэш. Потом метки стоит, дебаф уносит. Чё? Больше ему знать ничего не надо. Не сказал, какую метку тебе, в печеньку станешь. В печеньке, если что. В печеньке, если что, Неликс тебя проконтролирует. Нейликс, если что, плечи. Даю еще раз проверку. Если на нем будет дебаф, скажешь. Если на тебе дебаф в сторону выносишь подальше. Вынес, появилась лужа, прибежал обратно, стал в печеньку и дамажишь босса. Запускаю. Страшно. Босса никто не бьет, на пол на Баркмол. На первой фазе. Сопрот выпить. Да, сопрот обязательно здесь всем. Для каркорчика можно, конечно, чтобы хилы попотели немножко, ну ладно. Пейте сопрот. Живее будете. Я бы сказал, да промолчу. И смотрите за костами босса. А рыба была, да? До тут не было. Нача, рыбу поставил. Ешь, возле ХБ стоит. Кого нету. Пока еще босс запустится, как раз дебаф обновить. Точнее, баф. Забирай босса, танч. Шторм, шторм. У кого стоит тайминг на шторм? Да тоже есть. Нюхал. Ну вот поносишь его эту. Эти моменты. Ты что там это после первого, точнее до первого этой три коста, потом по два каждый. Я не раз, я не смотрю косты босса, потому что я танчу больших хожу. Точнее больших. Че вот так собрал моба и держишь. Следующий моб, который появится, его не забираю, я его заберу. Щит не перебивайте, пожалуйста. Кирус. Полина нервничает уже. Я просто вижу, что его резко пробило. Все стойки ходят. Забегите маленького снайпера. Сука. Забавился в камеру. И по поводу этого. Кнопок, надеюсь, все додумаются нажать посередине. Что? Разбегаемся. Так, ДКшки в Т4 или в чем? ДКшка этого не забираешь, что я вожу. Я Т4. Забегайтесь обратно. Т4, то есть сейф, если мне понадобится Дашка. Рахильте, мешанит. Большого забери. Большого переключились, которого слейте его нахер. Тим, не, там долго сливается, блять, переключитесь. Меньше мишеню прошипать. Все нормально. Этого я забираю. Разбежались.
просил же помочь. Смотри за шторм, можно даже не бить, блядь. Просто смотри за этими нюансами. Главное выжить до третьей фазы всем, чтобы бить, а не, блядь, вайпнуться на первой. Перед куполом, ассессы по себе обновить, блоки. Кстати говоря, этого нету косноязычек. Разбежитесь. Че, замедление в касты никто не бросает? Столько локов, блядь. Гриб кидаешь на всех фазах. А зачем мы разбежались? Не знаю. Переключайтесь по-большому потиху. Шторм. Замедления каста нету, тайминг избиты. Сразу чуть. На ту сторону идите. Просите там анкила. Я забрал. Жена, осторожно. На РДД по-большому. Готовимся. Шторм. Дадите уже быстрее по-большому. Разбежались. Так, следующий бокс появится. Дал массакру. Хену. Хену там. Я его забираю. Кучнее станьте всем. Да чё вы стоите? Кто знает, где все сбежали. Ну-ка, у меня. Льём быстрее, трэш. Давайте уже большого. Да, большого херачить. Трэш какой тоже. Сбирай свой родный старт. Еще один большой забери. Мелких добивается, чё так дохуя их? Кнопку сейчас прожимаем. Ставьтесь, кнопка посередине экрана, все чтобы нажали. Нажали. Санта, это серьезно? Лучи. Лучи. А мне пускай босс будет. Хит. Алоэ, конника, бабл, девка, неликс. Анкил. Он метки даже на вас вешается. Метеора закрыла. Выбежал с этим. Просил.
Ну чё, блядь, лежите? Сессы должны были быть. Лучи. Бросьте чё-то. Интерфейс багнулс. Не было кнопки. Коник, Бузер, Бабл. Могу Санта и Берет. Грит, Матиола. Берет? Да, Берет. Теора закрыта. Блять! Чё дикое пламя, блядь, не выносит? Прохил. Не вставай, топ. На Жунуэне дебаф. Дашь незыблемость Мишане. Жунуэна задефайте. Ты босса на себя заберешь. Прохил. Потом алоэ на себя после Мишани затаунтишь босс. Лучи. Метки вынесли. Подальше уносим. Кто там, блядь, так вынес? Закрыли метеоры. Какого хуя вы там, блядь, в трусах не закрываете метеоры? Ложитесь. Не хочу даже дальше долго. Мордор, блядь, вот что ты тут делаешь? Делорус, что ты тут делаешь, блядь? Почему вы свой метеор... Вопрос, почему два человека сейчас было в трусах? Я и Делорус. Мозер еще там. Не было. А, или... Все, да, и Мозер. Три человека. Эльям там еще... Не ебу, это... вижу три человека. Я и еще двое. И два метеора здесь. Где ты жал? Второй я хуй его знаю. Неликс, умираешь, что ты делаешь? Там сдохло просто пару человек, которые должны там быть. Чё за херь творится? Кнопки нету, блядь. Все время была кнопка. Короче, этот... Кирс, начисли, у кого не было кнопки. Пиздец, блядь. Есть макро специальный. Да, блядь, кого нет... не успел его вытащить. Я открывал макрос, не успел вытащить. Да нахуй нужен, если время кнопка есть. Костя. Уже тысячу раз говорили по этому поводу. Так, нету кнопки, снимается макрос. А лучше всего надо сделать обязательно макрос, да? Блять, если у тебя кнопка иногда... Нет, у меня просто всегда кнопка была, а прикинь, не будет и макроса нету. Макрос, то есть это... То есть надо макрос сделать. Обязательно макрос надо сделать. Естественно. Ой, ну помните, кто там еще был? Ты идешь на босса, где может кнопка не появиться, блять. Не знаю, у меня просто интерфейс нормальный, и нормально все. Ну, Чернотролль на ком эсэстве был? А чё там было на Евке? Я тебе кому сказал дать СС? Я тебе сказал по себе дать СС? Ну, заебись. Был бы СС, блядь, не надо было потратить, блядь, БР. Ой, блядь, я предвижу и ваши ебучие, сука, смерти, блядь. Я знаю, кто у меня сдохнет на первой, второй и третьей фазе, блядь. Делайте то, что вам говорят. Уже, блядь, не первый раз на этом боссе. А я вот не понял, и вот у меня было два стака и от этого, блин. От того, что не вынесли сейчас, там... Сейчас будет 20 человек пойти, блядь. Чем идти, блядь, 25. И в 20 я хоть буду уверен, блядь. Кроме метеорита. Что никто нигде не насрет. Дай проверку. Поехали. Спроты обновите, колосы раскидывайте. Колорус, если от гриба не будет, блядь, замедление каста на первой фазе, скажешь.
щит света, да? Ты что, ты его тоже себе макро ставишь? А я на ДКшнике поставил. Тебя в любом случае появится. Там у других людей 105 проблем. А я тут раз отменил вот этот ледяной доспех. Да че вам раздавать и говорить и плюсовать? Не хочет, пускай не плюсует. 90% урежется и похуй вообще. Ника, можешь хочу зайти ко всем? Понимаете, вот что вот тут вот добивается этих ебучих мобов, вообще нихуя не выпад. Шторм будет через 5 секунд. Шторм. Сбежались. Слишком. До хрена урона по рейду проходит. Открывайте быстрее адов. Лы перехиливают. Прыгает очень сильно сила. Большого слить. Там скоро 15 секунд. Через слово прохил. 5 секунд. Разбежать. Чё проблема? Как кислороду убили стрелы Джайны? Я мелких вытаскивал из-под босса и промазывать им. Обратно сбегать. Ну чё, лад, давай бы... Раз до третьей фазы откатить. 25 стаков. Давайте поставлю. Чего добивать? Убегайте на эту сторону. Перебежали. Блять. Сейчас еще раз там. Шторм 5 секунд. Шторм. Обратно сбегать.
Нахера вот эта шторма носит? У меня есть ДБМ или нет, что ли? У меня нет. Да лака, здесь сколько? Если бы он пришел во время НРТ, он бы знал, что РТ был и принесен. У него же личная жизнь, он пишет, может, поздравлял кого. Ну, меня-то он не предупреждал об этом, правильно? Ну да. Можно предупредить, написать два слова. Да тебе не могу. Бывают гости неожиданные. Все бывает. Чтобы два слова написать в Discord, даже при неожиданных гостях. Убираем, я думаю... Вещь. Шторм. Шторм. О, Элдрин. Это зажигалка так чиркает? Сбегайте обратно. Маленьких ловишь. Слейте меня. Там большого сбежите. Коняка, смотри, сколько трэша, блядь, крути не хочу. Хорошо, херачится. Активнее, активнее, мелкий доливайте. По меткам. Кнопку. Кнопку. Ура, блядь. Собрал босс, пока пускай на мне будет. Ну чем? Метки. На народ, что не только Лорус, Кил, Кирс, Гек. Теоры. Чернотролль, ну куда ты ставишь метку? Ну ты чё? Мишаня к нам. Мишаня пока таунт на себя. Лучи. Рамби, когда пойдет сместитесь. Метки. Ничего, разокрыли. С диким пламенем выбеги. Лок. Ромб в сторону, ромб в сторону. Монород с дебафом. Наш прыжок. Затем прожил. На гевке дебаф. Матеолу захилишь. Матеолу, блядь, себя. Ты бегаешь, не хилишься. Этот. Мишань, давай незаведимость. Усел. Лучи первое. Метки вынесли. Метеоры закрыли. С диким пламенем не заходим. Прохил Мозер. Метки. Ты вынесли. Контроль, сядь. Чернотролль не назад, а в сторону. Блин, ты что делаешь? Выйдите, метеоры закройте. Просел. Чернотролль, ты второй раз уже так делаешь.
так, под 45 и градусов несет. Бомбик правее, я, бля. Кислый дебаф, чернотроль дебаф. В лужах нельзя стоять, которые ползают. Кислого чернотроля задефрите. Чернотроля зубы надо. Я дал данжер. Кислый давал. Лучи сразу. Лучи, лучи, лучи. Куда ты, блядь, побежал? Метки. Выносите 1%. Дикое пламя вынеси. Теоры. Закройте. Куда, блядь, свечку уже ставить можно? Квадрат. Крестик становимся. Так, все, мешание с ДКшки, квадрат, крестик. И там, блядь, короче, бьете глыбы, дефаете рейд при необходимости. На босса вы не. Босса вы не трогаете. Этот, проносите мне только сколько там до купола. За минуту до купола. И за 20 секунд до купола. Смотрите за костами. Могу проебать. Петов уберите. Да не надо, уже петы по огродой. Ой, блядь, луч по огродой. Можно пиздить петом? Да. Уже луч дается по огроду. Закройте эту хуйню. Уже луч по огроду хуярит. Буря. Буря. Ну, со слов админов. А мелики могут ставить? Буря. Ну, там же лучше может хуй пойми как бы. Что лучше отдыхать. Прикройте эти херни. Когда там херу? Может, уже купол давать? Минута, купол минута. Геру давайте. Луч. Даже два на луч. Видишь, меня все. Сместитесь немножко там. Буря. Бля, ну вы в буре-то не... В зиму не выноси. Не кричите. Натиск. Пиздец, они в зиме стоят. Что, блядь? Метки. Фулл ДПС по меткам. Сколько у меня начало... Купол 20 ДП. Секунд. Разбивайте. 16%. Натиск. Побывает. Натиск. Вообще натиск, скорее всего, купол будет, да? Да, да, купол 10 секунд. 10 секунд. Готовимся к куполу, вообще натиск. Куполу подготовились, стали, разошлись по платформе немножко. Чтоб полегче было вам всем. Чё? Аккуратно тут. Лохуаны. Не ловите только феры, всё, вы заебитесь. Не хочу, блядь, ещё пол делать. Сука, ну зачем ты встал? Я же говорил, блядь, нахуй ты встаёшь на куполе, если сдох. Танк умер. Да похуй. Бейте, блять, просто бегайте, разбивайте от этих хуйни. Сейчас вернуться, осторожно. Если больше никто не сдохнет, все будет заебись. Козу. Ты че, блин? Этот мешание ложу под босса дашь, короче, там появится моба, на себя их заберешь и туда в квадрат их притащишь, мирик их там сольют. Этот, по БРам, кислый Казума. Все, больше никого. Ну что там, где? Последний стоит. Напротив нас, где мы сейчас. Где ромбик? 90 хп, все, умер. Все, забирай лужу под босса, забирай на себя трэш. Квадрат, где? Вместились, бьем босс. Метки.
Дай тебе сейф, дай 4Т4, если есть. На оранжевой метке. Бейте, метки. Быстрее разбейте. Тюник, 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 буря. Вынесите. Метки. Видите, бейте метки. Метки. Не дайте сдохнуть людям. Буря. Нормально, в стороне буря. Боря. Лучше ебучий. Все нормально, стойте на месте, будет хуярьте босса пару процентов. А часа будет. Ну Эрик, ты на какой ты позиции до этого был? Третий. Не надо пиздеть на третий. Через год пуги придут в ОКГ и вот так же ушатают всех боссов, а вы 5 месяцев их травили. Вот у меня сейчас такое же ощущение. Когда мы Джайна сейчас первого пума почти убили. Короче, ты пум, да? Я вагон. Это вопрос, что разница? Я вот сижу на эту джанию, смотрю, блять, вроде босс, а вроде нихуя не босс. Если хуйней не страдать, то тут нехуй бить. На самом деле босс очень интересный. Ну, механика интересная с фазами, а так хуйня поменьше. О, раз, два, три, четыре. Чего-то. Кому надо отдает? Кому надо идти, кому итамка надо? Жужину надо. Нахуя вы открыли? А кто открыл? Кто открыл сундук? Алло, я открыл, я не знал, меня не предупредили. Начислишь 500. Рал только открывает сундук. Я не знал. Нахуя ты лезешь? Первый раз здесь, так что можно простить, правда. Первый раз, ребят, никто не предупредил. Какая разница? Первый раз, не первый раз, блять. Открываю только сундук лутер. Всегда, везде так было. Вот тебе и тень упала. А темный ледяной шквал, это что такое? Я не начислил 5000, я начислил всего лишь 500. Сколько вы за этим топором? Тихо. Мейнспек. О, никому не надо, охренеть! А нет, во. Кто? Блядь, никто, не то роль, я думаю, кровавое цветение читаю, там капюшон написал. Ну, говорите, кто там первый по приорку? Сейчас посмотрю. Он кил. ГЦ. Спасибо. Ну чешьте, Шанкило. Сколько ролило человек? Три. Двое. Да там трое. Один спик. Так, дальше. Плечи, мейн спик. Никого. Оф спик. Кто? Так заберите, о, спек бесплатно дают, чё вы? Сантей. Монороту, да. Монорот, чё там, на ткань таскает уже? Мейн спек. Мишаня, ты на мейн берёшь? Да. У него вот пухо вообще хуйня, посмотри на нее.
Все, ты хотел больше. Все, ты хотел гробуть. Три, семь. Спасибо. Так, дальше. Маунт Родж. Скажите, кто вырезал. 20 теней уже выпало, блять. Одно у меня на ДКшнике лежит. Так. Кто выродился? Вырулил сядь, он новенький. Ну, первый раз, да, дальше кто сидит? Дальше Казум 80. Че, Казум знает. Так, я ЗРС-ку не отчислил, да? Нет, все фиолетовый в журнале, ни одного ЕП. Там вроде Манч. За приход не было. Так кто там был? Мосса, да, и... И все, да? Знаю, здесь. На, попробуй. Может, вдруг получится. А что вести? Получилось, нет? Кто маунта забрал? Забавал с Казом. У нас кого-то в Ураске уже не было. Кто-то был в Ураске не был. Просто Ени минус 500 сделаешь их. Сядя не было и Евки не было. Двоих вот не было, им просто минус. Че, короче, отдыхаем теперь до четверга, да? Завтра в ОКГР. А во сколько? 7 часов вечера. Там делать нехуй. Мне уже, блять, второй осколок, походу, сейчас будет. Этот надо выкинуть. Удалить. Свой осколок удалил. Это возьму. Че про?